как задеплоить приложение на фласке в Heroku. Вот есть у нас такое простенькое приложение. Оно сейчас запустится на порту 5000 и показывает просто Hello from Flask. Так. Что нам надо сделать? Heroku логин. Это у нас уже есть. У нас перекинет браузер, залогинимся. Чудесно. Вот мы тут находимся. Теперь, какие файлы нужно вообще создать для нашего приложения? Давайте посмотрим. Значит, наш файл приложения совсем простой. Наш proc файл. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы указать вот этот параметр. Это нужно для того, чтобы Heroku запустить наше приложение по какому-то порту. А наше приложение не знает, на каком порту ему работать. Вот эта команда, она пробрасывает веб-серверу BUnicorn порт. Без этого будет так, что мы запустим наше приложение на порту 80, допустим, и Heroku не будет знать, на какой порт приложение перенаправить запрос. Так, вот у нас файлик с зависимостями. Достаточно две библиотеки, там все остальные зависимости он подтянет. Короче, runtime. Здесь мы хотим указать конкретную версию Python. По дефолту он сейчас бежит на момент 17 августа 2022 года. 10-й Python хочет использовать, но у меня возникали проблемы с библиотеками какими-то. Короче, вот это проверено работает. Все. Git ignore, чтобы лишние папочки нам не пушить в git, и все. Говорим ему Heroku create, он нам сгенерирует имя приложения уникальное. Так. Git status. Git remote. Вот он уже прописал нам, куда нам пушить. Да. Ну и мы говорим ему... У нас все уже добавлено в историю. То есть, по идее, по-хорошему надо было бы сделать git add.a, git commit -am initial commit, но ничего у нас, все у нас уже закоммичено. Просто говорим git push Heroku master, бум. В этот момент он зальет это все на Heroku и установит. Скачает все зависимости, все библиотеки. Вот он наш runtime подтянул. Вот начинает сейчас модуль pip устанавливать наши зависимости. Они, в свою очередь, тянут другие всякие библиотеки. Поэтому нам не обязательно это было все прописывать в requirements тексте. И вот он запускает наше приложение. Переходим. Бум. Чудесно. Все. Готово. Поздравляю. Приложение работает. Исходный код этого... приложение будет вот здесь, под папочки, в моем репозитории со всякими кусочками кода полезными. Все, спасибо.